И вот так вот для каждого ученого, для каждого деятеля медицины мы создаем отдельную страницу на этом сайте. Родственников либо нету, либо они в других странах, некому уже ухаживать, особенно за более древними захоронениями. И мы решили, что мы сами возьмем шествование над захоронениями наших вот корифеев и будем восстанавливать. У нас имеются биографические данные, написанные самими авторами, которые представлены сегодня на QR-кодах. У нас имеются написанные автобиографии, биографии-мемуары и также коллективные монографии, посвященные конкретному деятелю науки.